Всем привет из Киева, столицы Украины. С вами Виктор Фурсов. Сегодня 15 января 2020 года. Сегодня мы смотрим пробы интересных перепончатокрылых насекомых в спирте из Демократической Республики Конго, из Африки. И прежде всего здесь вот в пробе мы видим очень интересных насекомых. Это семейство трихограмматиды, моя группа, которую я исследую. Это род ускана, паразит яиц жуков брухит, зерновочек. Очень мелкие размеры, коротенькая булава, коротенькие усики. Это вот рядом трихограмма, самец трихограммы такой немножко скукошенный. Я внимательно рассмотрел с коротенькими жилками на крылышках. Это тоже ускана с короткие жилки, редкие волосков, опушение на конце крыла, длинные, относительно длинные усики. Но слиты все членики усиков. Так, тут несколько экземпляров из рода ускана. Очень необычные. Немножко даже более крупноватые, чем обычно. И большинство других насекомых здесь. Вот это тоже род ускана. Тот же самый род, который мы только что посмотрели рядом. Семейство мимориды. Род анагрус, паразит цикадок. Снова трихограмматида. Вытянутая заостренная булава. Можно вывести из яиц цикадок, из яиц брухит, зерновок, из яиц жуков златок. Редкостный, но очень интересный, ценный материал. Другие экземпляры здесь. Самка из рода трихограмматоидея. Справа желтая, с левой стороны семейство сцелианиды. Округлое плотное тело, черная булава. Вот это желтая. Экземпляр род олигосита, тоже семейство трихограмматида, опушенные крылья, достаточно длинная жилка, вытянутые тоненькие сжатые усики. Олигосита, паразит яиц цикадок. Вот это крупный экземпляр семейства инцертида. Видим булава на усиках, компактное тело, это самочка. Рядышком желтый экземпляр, это семейство афелиниды. Еще один афелинид желтенький. Еще один экземпляр желтый афелинид, достаточно длинной маргинальной жилкой. Черный экземпляр, это семейство мимориды. Паразиты цикадок очень часто попадаются. Похож на род полинема. Вот здесь очень характерный, с коротким брюшком таким, но с длинными усиками и опушенными крылышками из рода анагрус, мимарида. Вот полинема, очень вытянутое тело, длинные усики с булавой, с черненькой булавой на конце было усиков. Желтые, светлые основные членики, очень опушенные крылья полинема. Жилка очень короткая, только в основании крыла, характерная для семейства мимарида. Еще здесь есть экземпляр, вот это тоже мимарид, близкий к роду анагрус, но с яйцекладом по центру, с длинным яйцекладом, обычно яйцеклад очень короткий. Черный усик, это другой экземпляр, тоже мимарида, тоже род полинема. Вот здесь экземпляры из семейства энцертиды, видите, здесь булава черно-белая, коротенькая, очень маргинальная жилка. Справа экземпляр без головы. Слева тоже экземпляр. Это энцертида. Вот была усик ломан. И вот здесь еще очень крупный экземпляр. Черный, тоже семейство энцертида. Опушенные крылышки. Характерное строение груди. И усик с булавой. Вот еще экземпляр семейства энцертида. Я их здесь группировал. Пробирочки. Характерные усики, характерное строение головы, и на брюшке церкви мы видим вынесено вперед такое точечное, точечка круглой церкви, и задние тазики сдвинуты, очень широкая мезостерональная площадка округлая такая, это семейство энцертиды. Посередине находится
задник, тазик средних, задних, средних ног, а за ним тазик задних ног. Так, здесь вот это семейство мимориды. Вытянутые характерные усики, коротенькая маргинальная жилка. Желтый экземпляр это семейство афелиниды. Характерное строение груди. Достаточно длинная маргинальная жилка. Коротенькие или длинные усики. Вот желтый экземпляр тоже семейство афелиниды. Здесь очень крупные опушенные крылья семейства мимориды, род мимор. Есть такой мимор топробаникум в европейской части, а это африканский. Какой-то вид немножко подломанный. Усики, к сожалению, утрачены. Мимор с очень характерной, видите, опушенными крыльями. И рядок волосков на крыльях. Желтый это афелинид. Вот желтый, практически лимонного цвета. Тоже афелинид с компактными усиками. Семейство афелиниды. Это семейство мимориды. Здесь все сгруппировали несколько групп самых маленьких мимориды. Здесь мы уже смотрели желтые афелиниды. Серый полосатый такой. Это энцертит. Семейство энцертит сейчас в поле зрения. Длинная жилка. И характерные усики с пятнистой булавой. Пятнистый. Так. Вернули сюда назад к трихограмме и семейству сцелианида. Сейчас быстро пройдем. На той стороне мы не были. На той стороне вот. Вот. Это тоже семейство энцертида. Энцертида. По центру и с левой стороны это семейство энцертида. Вот так. Энцертида. Это афелиниды. Вот пошли желтые афелиниды. Тоже афелиниды, два разных рода. Вот коричневого цвета и ярко-лимонно-желтого цвета. Это семейство афелиниды. Сейчас можем посмотреть, как будет при меньшем увеличении. Продолжаем обзор пробы из Республики Конго, из Африки. Тут у нас проба нескольких семейств. Сейчас увеличим микроскопом. Так, в центре у нас семейство мимориды. Желтый экземпляр тоже семейство мимориды. Вот очень пушистые крылья это семейство мимориды. Вот желтый экземпляр миморид. С длинными крыльями, короткой маргинальной жилкой. С длинными усиками вытянутыми. Коротким брюшком. Вот черный экземпляр тоже семейства мимориды. Желтенький, ярко-желтый мимориды. С правой стороны семейство эулофиды. С длинной маргинальной жилкой. Черный экземпляр это семейство энцертиды. Коротенькая маргинальная жилка. Вот пушистые крылья это мимориды. Так, по центру длинные крылышки, это тоже семейство мимориды. Похоже на род полинема, длинный наверху. А внизу очень коротенький, маленький экземплярчик. Похож на род аляптус, паразит синоедов. Видите, он в 3-4 раза меньше по размеру, нежели вот другой род полинема. Видите, практически по длине в 3 раза короче. Очень маленькие. Так, вот семейство мимориды кверху брюшком лежит экземпляр самочка. С левой стороны это семейство мимориды, а справа энцертида. Вот самочка с длинными усиками, с булавой. Длинные крылышки с опушением. Здесь обломанные усики семейства. Thank you.